Быстрее, если флаг за 3 секунды, если не хочешь ходить в школу! Гена! Я не знаю, где он! Сверху его нету! Его здесь тоже нет! Куда запропастился Андрюшенька? Я не знаю! Он и так уж в мир Майнкрафта сбежал от нас! Нам надо найти нашего сына, нашего школьника и заставить его учиться и делать уроки! Гена, найди его! Дорогая, не кричи! Я сейчас его найду! Андрей, ты где? Он спрятался от нас! В прятки решил поиграть! Андрюша, ты где? Андрюша, его здесь тоже нет! По-дурацки! Этот Бобис спрятался где-то! Сейчас мы его найдем! В этом мире Майнкрафта! Габа! Бобис, Андрей, выходи! Гена, смотри, вот наш сынишка! Ты чего сбежал из дома, а уроки делать? Я все сделал, никаких уроков мне там не давали. А что ты там сделал? Что ты там сделал, гад? Да блин! Молодец! Правильно, Гена. Нашли его. Ну все, надо бы его домой тащить. Да, неси его. Я не пойду домой. Пусть уроки делает, гад. Я не буду уроки делать. Будешь? Не пререкайся с матерью! Я не пререкаюсь! Не пререкайся! Я не пререкаюсь! Еще одно слово, голубчик! И будем разговаривать на повышенных тонах! Ты и так разговариваешь! Гена, выруби его! Все сделаю, дорогая! Все, я его потушил! Ну что ж, друзья, всем здорова! С вами по-прежнему Оверфуни Бобби, и добро пожаловать в гарную веселую игрушку под названием Гаррис Мод! Всем доброго времени суток, уважаемые дамы и господа! Здорово, чуваки! Ну что ж, ребят, сегодня у нас будут прятки с Кулбой. Сегодня сынишка Андрюша будет прятаться от мамы и папы. Строгие родители будут искать Андрея в мире Майнкрафта. У нас вот такая интересная карта. Здесь много комнат, много всяких интересных нычек. И сегодня мы здесь будем искать нашего сынишку. Получается, сегодня у нас два маньяка. Мама и папа. И всего лишь один сынок будет прятаться. Так что, друзья, за такие прятки ставьте лайк, если не успели поставить, тем более за 3 секунды. Вторая попытка. Заранее огромное спасибо. Нас при ней будет безумно приятно. Итак, первые манечки сегодня мы с Андрюхой. Я мама, Андрюха папа. И Бобян первый сынишка. Он будет прятаться, а мы будем его искать. Ну что, если все готовы, тогда погнали. Ну все, раз, два, три, четыре, пять, родители идут искать, время вышло, Бобби. Гена, просыпайся. Ну что, друзья, Бобян спрятался, прошло где-то 10 минут, он нашел нычку, и мы с Андрюхой выходим. Мама и папа идут на поиски Андрюхи. Я не понял, где моя жена, почему ты разговариваешь мужским голосом? Да все уже, не дуркуй, дуралей, у нас тут Бобис спрятался, нашего сына зовут, у него три имени, Бобис, Денис и Андрей, у него три имени, короче, друзья, все, Бобян спрятался, мы идем его искать, идем хорошо искать. Вы меня никогда не найдете. Ты ломал стекло, Димон, блин. Да, я ломал стекло, ты здесь все посмотрел, Андрюх? Нет, под кроватью, ты глянул под кроватью, этот гад мог под кровать спрятаться. Да он туда не залезет, ты че, блин? Так, картины проверяй, вдруг какие-то невидимые текстуры, и он залез туда и сидит, этот гад. Да вы меня не найдете никогда. Че это? Че это, у меня самая топовая нычка на свете. О, тут шеф! Лифт, тут лифт еще ездит, че? Я что-то нашел. Где? О. Смотри. О, ну-ка. Тут что-то должно быть, наверное. По любасу здесь где-то, нет, тут его нет. Да блин, а как? Тут еще какой-то лифт я нажал. О, подожди, лифт приехал. Где? Давай на лифте. Вот, лифт приехал. Давай прокатимся. Ну что, друзья, карта огромная, я говорю. Тут, наверное, Бобян так хорошо спрятался. Что, она поедет? Ну, поехал. Так, а куда мы, интересно, поехали, а? Понятия не имею об этом. Мы когда тебя найдем, Бобян, все-таки будешь учить уроки, понял? Нет, не буду. Этот горит. Здесь лифт горит. Ай! Чё, горишь, что же? А, вообще! Загорелся ты я. Ты уж не гори, не ори. Вон, Андрюх, еще один лифт. Слушай, куча тут лифтов. Ёпкерный баба. Работают, и наверх еще. Я не знаю, мы где-то в гаражах, Бобян. Ты рядышком?
В гаражах вы? Да, ну каких-то складских помещениях. А, не, я не там. Мама и папа идут уже, Бобис. Уроки хорошо, стынут. Хорошо, уроки давай. Стынут. Химия с физикой. О, ломаем? Так. Что там ломаете? И шо? Что случилось? Мы как вандалы только все сломали, а все и нет обобзяка. Ладно, ладно, Бобсик, ты радуйся. Недолго тебе радоваться осталось. Совсем немножко. Ё-моё, блин. Уроки будут твои первостепенные задачи. Ладно, смотри, Андрюх, тут вот лестница, пойдем наверх. Давай поднимемся. О-о! Здравствуйте! Оказывается, лови его! По нашим правилам, давай, давай, друзья, давай, его. Мы должны поймать его, догнать и убить! Вырубись! Так, куда? Ну, смотри, смотри, вот он туда-сюда бегает! Тупик был, блин. Вот гад! А вот куда гад. Идти? А да. Все, попался! Как спрятаться? Подожди, стой! Я поехал с ним! Стой! Последнее слово, Бобсик! Подождите, стойте, пока мы едем в лифте, давайте хотя бы поразговариваем нормально. Мы нашли под лестницей, ты же сказал, не в классковом помещении, а? В смысле, не в классковом, я не в классковом был, пошел нафиг! Гаси его, Андрюх, зачем ты его отпустил? Открой! Открой меня, я закрылся здесь! Ну зачем ты его отпустил? Я его не отпускал, выходи быстрее, он сюда пошел куда-то. Этот гад сюда пошел. Дима, спасибо, что ты меня открыл. Ищи его! Мы его упустили, Бобян, тебе повезло, очень повезло, Бобян. Я знаю, что мне очень повезло. Ой, гад, ну мы тебя один раз нашли, второй раз найдем. Надо было его в лифте сразу гасить, зачем мы ему дали поразговаривать время, он только нас отвлек. Ну, что-то хотел сказать, наверное, может быть, важное, может, он хотел сказать, как нас любит, например. Не знаю, не да, знаю. Куда он люблю. Спрятался, куда-то по-любому опять под лестницу залез, гаденыш. Вот лестничный. Здесь, наверное. Вот здесь, наверное. Куда спрятался, гад, признавайся. Да никуда я не прятался. По-любому... Сюда куда-то ушел. Куча кнопок, все нажимается, ребят. Открываются здесь разные ходы. Работает. Не, все открывается, двери. Лифт ездит. Ну-ка. Тут бассейн. Ты видел тут бассейн, Андрюх? Тут вообще много чего ездит. Я не знаю, куда делся этот гад. Тут мы были. Эй, смотри. Под столом его нету. А что ты так смеешься? Мы где-то рядом или что? Я не знаю, я вообще где-то высоко. Я в складах. Я не понял, куда но делся. Я не снизу, я высоко. Куда делся, Шрек? Ребята, я высоко. Высоко, да-да, высоко. Я на крыше. Конечно. Подожди. Ты не верь ему, он наоборот в подвал куда-то ушел по любасу. Блин, подожди. Чё? Он на крыше был, реально! А где? Блин! Где крыша? Как подняться? А, блин! Он на лестнице, всё, теперь не уйдешь, гад! Всё, я его поймал, Андрюх! Где ты его поймал? Ну все, молодой человек, теперь быстро за уроки, попался гад маленький. Смотри, что показываю, видишь? Не вижу. Ну все, теперь я иду прятаться. Давай, Андрюша, отворачивайся, Бобян мама уже отвернулся. Я твой отец, какой Андрюша, блин, меня Геннадий звать. Ага, ладно, ну что, друзья, Бобяны в фоне стали... Получается, маньяками. Родителями. Опасными родителями. Вы стали родителями. Маньяками вы стали. А да. Я иду прятаться, я школьник, я не буду делать уроки, я пойду прятаться. Ну что, ребят, надо найти какую-нибудь нычку, я пошел, вы только не подглядывайте. Мы не подглядываем, обещаем, да, Бобян? Так, здесь конечно. Что? Ага, тут прикольно, конечно, но я, пожалуй, здесь не буду, слишком палево. Так, ладненько, пойду найду что-нибудь другое, не подглядывайте, стойте там. Да не подглядывай, что ты там? Так, пойду сюда, ты не умирай только. Я не умираю, живее всех живых. Так, я просто сюда. Пожилой, пожилой отец. Сюда. Отец. Сюда. Ничего себе. Ага. Эй, йоу. Сюда. Сюда. Парни, а вам меня... Вам меня вообще не... О, подождите, а вот сюда можно? О. Можно прям к нам в лапы, давай. Я спрятался. Все. Можете меня искать, друзья, меня никогда тут не найдут. Ну ладно. Это просто песня, это просто бомба, это просто нереально. Все, братан. Это разрывная? Да, ищите, выходите. Ну что, друзья, все, я спрятался, парни, пускай меня попробуют найти. Я думаю, что у них ничегошеньки не получится. Интересно. Иди, иди к папочке, к мамочке. Не-не, парни, вы не угадали, вам меня никогда не найти, никогда. Не да? Найти меня. Никогда, никогда. Не ты найти уверен? Вам меня. Да, никогда. Никогда, особенно батя меня не найти. В смысле, почему именно я? Ну, у мамы есть хотя бы материнский инстинкт. А у бати только любовь к пиву. Не понял, сейчас осуждаю. Но я хотел, знаете, что сказать? Что кто-то один из вас был ко мне очень рядом. Близко-близко. В натуре. Но я не скажу, кто.
Близко-близко. Но очень рядом был Бобян. Бобян, ты где? Я не знаю. Ладно, Андрюха был рядом со мной, не Бобян. Да я ли? А ты троллишь, а? Бобян даже ни разу меня не видел. Не, Андрюх, ты был, я не троллил. Я тебя что, видел тогда, что ли? Ну, нет. Ты меня не видел. Ты был просто рядышком. Сынок, иди сюда. Ой, папа стал кошмарным, что ли? Тогда я точно не пойду. Пиво подействовало. О, тогда я точно не пойду. Нет, папа, я не пойду к тебе. Нет, я не пойду, я не буду делать уроки. Не заставите никогда, никогда. Заставим. Я вообще собака, я квадробер. Ты пёс. Что ты? Что? Я? Я Сигма. А что тут ломается, не понял? Я Сигма. А ты как это оказалось, мать? Чё вы там пары, что у вас происходит? Что у вас там происходит? Тут газы тебя поддали, блин. Что вы, где вы? А мы на крыше, блин. А, вы на крыше? А ты где? Тогда у вас точно нет шансов. Тогда у вас просто ноль шансов. А ты где? Ты куда убежал? Я убежал? Я вообще на месте. Да я же не про тебя, я про мать свою. Да я убежал. То есть это про жену, то есть. Ага, он куда-то убежал, видишь, он говорит. Вниз куда-то. Ко мне. Подвал. Ко мне в подвал. Хочу сказать, что кто-то один из вас был рядом со мной. Хочу сказать, что они в подвале, да? Один из вас был рядом со мной. Да ты что, рассказываешь сказки, а? Да, был кто-то один из вас. Да ты уже говорил, что это было и никого не было. Но он обманывает. Я не обманываю. Мы не были. Знаешь что, дурачок? Я говорю чистую правду. Не, ну батя дурак, это сразу понятно. А в какой-то момент я видел даже вас двоих обоих. Да ну не может быть такого. Я тебе говорю, обоих я кого-то видел. Одинаково. Когда нас видел обоих? Ну как-то я где-то видел вас. Когда мы были молодыми. Ну что, парни, вы сдаетесь? Нет. Вам не поймать никогда. Конечно, не поймать. Ты где? Он на крыше, Андрей. То есть на крыше? Он на крыше! Он на крыше! Он на крыше! Быстрее! Не достанешь, мать! Быстрее! Не достанешь! Нет! Спасите! Матяй, иди сюда! Я был на крыше! Как ты догадался? Дверь закрыл! Зараза! Бобис, как ты догадался, что туда можно залезть внутрь? Ну ты сказал то, что видел нас двоих, а мы только вдвоем были на крыше. Блин, гад, вот я не подумал. Подожди, ну, он куда-то убежал, он успел закрыть дверь, мы не смогли за ним догнаться. Да ты, блин, остал лопы. Ага. И никогда не поймайте. Блин, ну вот Бобяна чуйка, друзья. Я просто не подумал, что ты сможешь туда запрыгнуть внутрь. Это все материнская история. А, Бобян, это материнская любовь, материнская сила, чутье, чуйка. Да-да-да. Понятно, да-да-да. Все понятно, мэр. А где ты сейчас теперь? Сейчас я в другой месте. Я переныкался так хорошо. У тебя есть деньги, сюрприз. Хочешь там подарить? Какие деньги? Деньги, сюрприз. Это раньше киндер-сюрприз был. Деньги? 5000, хочешь я дам? 5000 сюрпризных денег? Прямо сейчас, да. Из магазина приколов? Нет, ты чего? Это звонят из банка, алло. Кто? Хотите прикол? Хотим. Денежный. Так. Выходите. Куда? Ну, навстречу выходите к нам. А, зачем? Ну, чтобы получить прикол денежный. А, да? Денежное вознаграждение. Андрей пошутил. Андрей шутит. Батя пошутил на семейном застолье. Ну что, Андрюша, получается, вы сдаетесь уже. А что ты это мне говоришь? Потому что я так переныкался, друзья, да? Просто бомбочка, пушечка. Бомбочка, пушечка. Но я уже вышел из своей нычки, чтобы еще раз переныкаться. Ты как ты вышел на этот раз? Что ты ржешь, блядь? Шишел-мышел. Хернул-вышел. Я знаю, где ты. Где? Я уверен. Где? Что это там? В туалет сходил пописать, а? Я? Да, я в туалете. Закинул! Открой дверь, сказал! Спалил! Бобян, быстрее! Он мне дверь пришиб! А где он? А где он? А где он? Пришиб Андрюшу дверью! Пришиб Андрюшу дверью! Где? Где он? Ты его видишь? Да. Он бегает в подвале. В подвале. Как он там оказался? Я не знаю, блин. Под лестницей! Андрей, он на подвале, блин! Я-то здесь! В каком подвале? Да все ему кранты! Батя, блин, это на туе колбаса! Какая мама, колоса. Мама, не буду я делать уроки, это Schoolboy побег от мамы! Никакого мира Майнкрафта! Чё? Чуть не умер. Испугался. Зараза, а? Где ты? Ай.
Поймали. Кумарищ. Только не уроки. Уроки быстро делать. Дорогая, наш сын спрятался. Нам бы его найти. Нам этот колхозник спрятался. Он так под моей полю. Пойдем, найдем. Ну что, друзья, Андрюха спрятался, наконец-то, Андрей. Да, Андрей я... стал школьником и спрятался. Мы с Бабяном ищем, я получается, его. Понял. Я батя, а Андрей, а Бобис мама. Ты мать. Андрей Андреевич Андреев. Че ты гагакаешь, нормально общайся, блин. Это ты так вот агакаешь, Андрюха. Не понял. Андрей, уроки делать. Андрей. Уроки. Андрюша, Андрей, закругляемся, компьютер старого. Выключаем, игру на паузу и уроки. Мне кажется, знаю, где он. И уроки. Как где, это где? Нет паузы в игре в этой? Есть пауза. Нет, она онлайн, она... Есть пауза. Она сетевая игра. Паузу ставьте мне уши и давай не заговаривай. Ты знаешь, что такое сетевая игра? Я знаю, что там есть пауза во всех играх. Нет. Паузу ставим. Кто там бьет? Андрей, ты где? Ты бил, Бобян. Я ничего я не на бил. Лифте. Он на лифте? Он, наверное, застрял, слышь, он туда-сюда катается. Не. Да, он лифт, наверное, сломал. Он лифт сломал, и все. Он поехал в лифте, он в лифте где-то находится. Я тебе говорю. А ты там меня видел? Ты что мне сказки рассказываешь, а? Кто? Ты. Где я видел? Я видел, там по комнатам шатался. Я никого не видел. Никаким комнатам. Ой, я вижу, там бьешь что-то. Я не видел. Ну вот меня, я не знаю, где-то видит. Шнырь, ты где собирался? Гад-гадский, где ты видишь? Гад-гадский. Ты тут, Андрюха? Там что-то с нетломом бьется, я не понимаю. А откуда? А ты где вообще бьёшь? Я не знаю, откуда он видит. Я вижу синюю оранжевую комнату. Какую? Синюю оранжевую комнату? Что? Что он несёт? Ну, стены, я с вами. Стены? Стены, ты здесь? О, стоит. Вот и дурак. А болт-то смотрит. Пошел в ванну. Ой, это я. Тихо. Это я. Ну, я же говорю, что это ты. Просто я тоже помню синий-оранжевый. На картах стоит. А, на картах? Это, наверное, ты. Нет, я на картах не хожу. Словом, стоит, ходит, бьет что-то. Я не бью, я просто вышел. Это я, значит, он меня где-то видит. Ну, я ж про Патю говорю, про Патю. А, ты так про меня ты. Тихо-тихо. Иди вернись в ванную комнату, что-то там. Тихо-тихо. Он где-то за стенкой. Да как туда попасть? Я не знаю. Синяя-оранжевая комната? Я не знаю, как за стенку попасть. А вот так вот. Ой, мать пришла. Он в портал, сказал, прыгнул. Я смотрю, тут просто прикол за приколом. Прям кинотеатр. Погоди. Да нет там ничего. Ага, да. А как открыть, Бобян? Как он туда попал? Димон, иди сюда. Ты нашел? Выйди. Вышел? Ага. Иди сюда, быстрей. Ага. Куда пошли? Ага. И чё? Понял, так же, наверное, и там. Да нет. Да. Ну что, тут только вышел. Наверное, так же и там, Бобян. А как туда попасть? Я тебе говорю, значит, так же она как-то это. Что вы там? Оп. Ничего не понял. Ну, может, как-то здесь тоже что-то такое секретное есть? Да навряд ли. Ищи. Что-то секретное, Андрей. Ищи этого гада. Чё? Ищи. Секретно в этой комнате есть или нет? Ну тут есть, конечно, секрет. Нет, ну это понятно, мы уже нашли. Сейчас, вот Бобян, секрет. Тыркайся. Какого тыркаетесь, а? Тыркайся. Вот он, а прям вы там. А вы там до сих пор? А, вот он, где-то здесь. У вас там вот, что-то открыл. Вот, открыл, Бобян. Да. Открыл. Да. Вот. И он, видишь, он телепортируется туда-сюда. Гад. По этим штукам телепортируется. Вы мне уже рассекретили, что ли? Мы тебя уже нашли, гада. А как он? Вот он! Извините! Он прыгает по этим штукам, по порталам. Не, не смей, не трогай. Он сюда куда-то прыгнул. Вот он бежит на крыше теперь. Не трогай! Думал, мы тебя не найдем, да, он на крыше. Мы нашли тебя. А как туда попасть? Ну, через порталы. Дырку! Хорош, мамашка! Ну что, мамашка нашла вход в порталы! Молодец, Бобян!
А дальше было дело техники найти этого гада. Гайм. Вот он на себя прыгал из комнаты в комнату. И вот смотрел, смотрите, вот оранжево-синяя комната. Вот тут вот и прыгал, тут вот и бегал, гад. Ну все, спалили, нашли, закинули. Ну что ж, друзья, на этом наш ролик заканчивается. Всем большое спасибо за просмотр, удачи, не болейте, успеха, хорошего настроения, всего самого наилучшего и пока-пока. Всем чики-бомбони, дорогие друзья. Ну, это чуваки.